Все хорошо. Угу. Слышно, хорошая норма, хорошая. Солнце светит в глаза, прям в окно. Вот интересно, да? У кого-то солнце, у нас 11 часов ночера. Норма, хорошо. Весь день лил дождь, состояние поспать. Это очень хорошо. Восстановление. А такая погода, она способствует такому расслаблению. Я вообще дождь обожаю. Пасмурную погоду, дождь. У нас вот сегодня солнце. И мне прям на нервы действует. Нормально, Геннадий. Ну, замечательно. Ноги болят от взъема до колен. Угу. Крутит. Про заземление не забываем. Энергию прогоняем. Угу. Суперлуния опять. Да. Пасмурно, но тепло. Полярный день. Солнце всю ночь, ясно. Днем хочется спать. Ночью не очень поменялся режим. У меня тоже недавно так было, еле-еле вошла в нормальную колею. Ночью спать не могу, вот реально, а днем просто чудесно. Да, луна огромная, красивая. Добрый. Так. Огонь. Свеча любая, абсолютно. Таблетка, восковая, парафиновая, церковная. Без разницы, лишь бы был огонь. Вода питьевая, не кипяченая. Двух ночи не сплю. Мне доспать хочется. У меня у самой и такое странное состояние. Глаза. И чистила, и работала, и все равно. Так, вода питьевая, не кипяченая. Сколько угодно. Хоть стакан, хоть флягу. Без разницы. Сплю на ходу. Ирин, куда ты энергию свою отдаешь? Кто-то высасывает, но с твоего разрешения. Обрати на это внимание. Сегодня заснула часов 6. Угу. Так, сейчас. Световид. Уберег. Здоровье. Свое нельзя, не нужно никому отдавать. Ни родителям, ни мужу, ни детям. Свое нужно хранить в себе, потому что это ваша личная, частная собственность. Посторонним людям, имеется в виду не вам, она не принесет ничего хорошего, но заберется у вас, вы недополучите энергии, здоровья, годы жизни, денег. Но если будет хорошо у вас, если вы обратите на себя внимание, то будет хорошо у ваших близких. Вообще целыми днями практически лежу, совсем сил нет. Что такое? Натуль, ну, тебя, видимо, попозже зацепило. У меня началось это еще до Нового года, провокации, нападения.
Потом жесткое нападение было. Сейчас у меня идет восстановление. Вот, и я сплю где-то с месяц уже. То сплю, то не сплю. Если на другие вебинары заходишь, там ведь некоторые спикеры тоже забирают энергию. Было такое, да. И у меня было такое. Не все, но есть непорядочные люди, которые, да, высасывают энергию. Конечно, кинул. Люд, хорошо напоминаешь, а? Так, что у нас тут? Есть такое, это неприятно, но факт, поэтому, естественно, это остается на совести каждого спикера, я не говорю мастера, потому что, ну, аферюк на самом деле много. Вот, а ваше дело это снимать информацию верно, чувствовать, стоит, не стоит вообще этого человека слушать. Я не знаю, как вам, мне достаточно страницу книги прочитать, чтобы понять, интересно ли мне это будет читать вообще. Начало фильма посмотреть. Я уже не говорю. Раньше, да, я в записи на вебинары заходила, смотрела, но сейчас я просто это перестала делать. У некоторых даже голос раздражает, интонации реально бесит. Не могу слушать. Ну, дело в том, что каждый человек старается для себя. Но это неправильно, когда с людьми работаешь, тем более в сфере эзотерики. Я не считаю это правильно. Добрый. Лев, ну кто ж такое говорит? Конечно. Отгавкают и еще больше заберут. Да? Танюша абсолютно права. Раньше тоже ходила по вебинарам, теперь мне вполне хватает ваших. Ну, Атуль, я рада, конечно, но тем не менее информацию другую нужно снимать из различных источников. Это не обязательно должны быть вебинары. Можно просто дополнительно искать информацию по интернету. Сердце закололо так. Четвертую чакру лепестками открываем. И я открываю энергию световид. Замечательная энергия. Актуальна она как раз вот сейчас очень хорошо, потому что я уже говорила, да, вам, Земля перекрыта, информация перекрыта. Приходится несколько раз в день чистить энергоинформационные потоки. Информацию снять достаточно тяжело, верную. Так, оберег. Световид. Видно, не видно, энергия придет. Не совсем поняла.
Не поняла. Видео. От видео, даже от того, что я говорю, что-то я вам рассказываю, энергия не зависит. Я на вас ее запустила. Поэтому по-любому придет. Как чистить энергоинформационные потоки? Точно так же, как мы чистим денежный поток. Планку поднимать точно так же. И работать энергиями, которые развивают ясновидение. Я повторяю, потому что я понимаю, что выбило меня. Вот. Здоровье. В голове мурашки, горло першит. Угу. Гармония в социуме. Уберег световита. Жар в голове, уши горят. Угу. Ушки чистим. Ручками или пылесосом. Всю правую сторону крутит. Угу. Световид. Манипура чистится, пламя свечи, высокая очистка, потому что идет. Их можно просто размножить. Их же много, можно маленькие наделать, заламинировать в сумки, в портмоне, в карманы, дома разложить. Или, если хотите, более-менее побольше сделать, на гвоздик приколоть на стенку рядом, где вы больше всего находитесь. В принципе, у каждого желательно, чтобы было место силы. В квартире, в доме, ваше личное. Угу, на работу отнести, под стекло положить. Да, по сути, на работе-то человек находится гораздо больше, чем дома. Угу. Куда угодно, как угодно, как вам удобнее. Угу. В ушах зазвенело. Может быть, вся квартира местом силы. Ирин, если вы живете одна, то это может быть ваше место силы. Если семья, так же, как у меня, да? Если семья, то это место силы для всех можно сделать. Но, тем не менее, у вас должно быть место, где вы можете отдохнуть, поработать. Пусть оно будет даже метр на метр. Но в это пространство никто не должен вторгаться, когда вы находитесь там. И пребывание вас в своем комфортном месте может принести очень много хорошего не только для вас, но и для вашей семьи. Это я сейчас с тем говорю. А так, да, я тоже, я одна в двухкомнатной квартире. Кайфую, работаю. Но что интересно,
В разных комнатах энергетика, естественно, разная. В любом случае. Ну, понятно. Есть красный угол в одной комнате. Также символ световида помогает увеличить доход. Почему? Потому что это энергия, Бог работает на принятии правильной информации. Почему сейчас в основном по голове у всех пошло сразу же? Очищение, выравнивание. Убирают наших тараканов, которые мешают правильно принять информацию и поверить самому себе. Знание. Эта энергия пробуждает, очень важно, да, очень важно. Эта энергия пробуждает знание. То, о чем мы знаем в нашем подсознании, из наших прошлых жизней, вытаскивает их на поверхность. Самое главное всегда верить себе. Кому-то верить достаточно тяжело, особенно в наше время, особенно сейчас. Не очень такая хорошая ситуация по планете, но никуда не денешься, через все нужно пройти. Поэтому очень важно верить себе, перепроверять себя, перепроверять ту информацию, которая приходит. Это, ну, скажем так, основа ясновидения, яснознания, яснослышания и так далее и тому подобное. Я знаю достаточно много людей, мастеров якобы, которые называют себя пророками и несут, ну, такую ахинею, прости Господи, но так складно, что очень многие люди им верят. Я сколько работаю, работаю уже около 20 лет, при том, что ясновидение у меня было с детства. У меня привычка всегда все анализировать. И тем не менее, я себя до сих пор проверяю, перепроверяю по информации. Не скажу, что это легко, но я к этому уже привыкла. Вот. Знание, информация. Энергия восстанавливает баланс между духовным и материальным миром человека, не делая упор на что-то одно. Правая горит, первая горит. Угу. Кстати, да. Энергия, интересно, идет одновременно и сверху, и снизу. Не так, чтобы там сверху вниз, снизу вверх, она идет снизу и сверху. И получается, идет соединение между верхом и низом в районе четвертой чакры, чуть ниже. Уши закладывает, как при взлете в самолете. Угу. Пробки выкидывай, выдергивай. Кашель душит. Доброго. Страх. Не на страх. Изжога пошла.
Если вы правильно принимаете ту информацию, которая вам идет, и еще и прислушиваетесь к ней, жизнь облегчается, ну, я не знаю, раз в 300. У меня был момент, когда я сама себе перекрыла ясновидение. Просто не захотела видеть отношения близких людей. Я стала снимать ложную информацию, абсолютно неверную. Когда я поняла, я была в таком шоке, я просто с детства привыкла к этому состоянию, что в принципе я всегда все знаю. И я была в таком шоке, это длилось, наверное, месяца 2-3. Я просто не понимала, да и сейчас я не понимаю, да, вот как простые люди живут. Это все равно, что человек в возрасте вот просто взял, ослеп или оглох. Вот то же самое было состояние со мной. Я была в ужасе и в шоке. Я ходила, орала несколько месяцев. Я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу знать. И после этого все меня как отрубило. Я принимаю любую правильную информацию. Я принимаю любые действия, поступки людей. Но ко мне, по сути, это не имеет отношения. Это личное дело каждого. Состояние комфортное сейчас. Вот сейчас вы можете снимать информацию, в принципе, любую, под этой энергией и под моим потоком. Есть люди, кому проще снимать информацию через кого-то. Вот, например, вы разговариваете со мной. И через меня, как бы с моей помощью, с помощью моей энергетики, вы можете снять правильную информацию. Интересно, да. Есть резко захотела. Бывает. У меня легкость. Замечательно. Первый, как взрыв, он прошел, да? А сейчас идет восприятие. Замечательно. Плюс ко всему убирает эта энергия негативные некротические привязки. Пытаюсь разобраться, кого же кормлю своей энергией. Ирин, это я не могу понять. Или это несколько людей? Просто не идет ответ на вопрос, мужчина или женщина. Идет мужчина и женщина. Может быть, это супруги, может быть, абсолютно разные люди. Лет 60-70. Может быть, кому-то помогаешь, за кого-то переживаешь. Это соседи, посторонние, друзья, родителей. Жалеть никого нельзя. Здоровья. Очень большая работа идет с головой полностью и по позвоночнику.
Замечательно. Свеча ровно горит, без колебаний. Основание черепа давит. Оль, пробку. Пробку выдергиваю. Я вздыхать замучилась. Ир, вот просто возьми, да, вот глубокий вдох, резкий выдох. Несколько раз. Чтобы вышло то, что не пропускает воздух. Свободу. Не столько воздух, сколько свободу. Это энергия световита. Интересная, многогранная. И что интересно, не скажу, что она несет любовь, комфорт в мир. Нет, никому это не нужно, миру это не нужно. То, чему я учу лично для вас, чтобы улучшить свою жизнь, понять себя, принять себя таким, каким ты есть. И вот эта энергия, она хитромудрая, скажем так. Она будет стараться сделать так, как лучше для вас. Просто шикарно. Просто чудесно. Сразу мурашки по ногам побежали. Угу. Что движение энергии, там как ступор был. Когда какая-то программа мешает. Мурашки в печени. Угу. Уф, какая мощная теплая волна прошла по передней части тела, что насморк прошел, жарко. Угу. Хорошо, замечательно. Чудесная энергия работает. И вздохнуть, вдохнуть хочется полной грудью. Какая энергия интересная. Я говорю, вот реально хитромудрая. Еще раз напомню. Будет хорошо вам. Будет хорошо вашим близким. Тоже интересное ощущение. Стопы прохладные, чувствую тепло. Все чешется. Так. Сварог. Глаз. Геннадий, глаз что? Беспокоит? Почистить. Пальчиками. Легко сталага. И вот эта вот энергия, световит, она легче примирит вас с тем, что нужно обращать внимание на себя, потому что учили нас абсолютно другому с рождения. Впихивали, прописывали абсолютно другие программы. Давид. Угу. Угу. Не то слово. А эта энергия, она как раз разворачивает нас к самим себе. К тому, что человеку действительно нужно. Не навязанное мнение, а то, что
Идет изнутри и требует внимания к себе. Класс. Жар в теле просто очень. Значит, выгорает что-то, выжигается. Знак Сварога. Следующая энергия. Опять у нас две. И посвящение в них будет в Световита 19 мая, в Сварога 25 мая. А так акция идет, начнется майская. Наташа, ага, сходила, да. Как вы считаете, во время перехода молитвы работают? Я вообще считаю, что они работают и работали раньше не очень хорошо, добрый, слабо. Почему? Потому что это биоэнергетика. Для того, чтобы достучаться до высших сил, вы тратите свою энергию очень много. Не факт, что у вас это получается. Вот смотрите, взять элементарно молитву, обращение к Николаю Чудотворцу, скоропомощник, да. Достаточно много описано случаев помощи. Быстрой достаточно. Но если брать в сравнении молитву и приход помощи, и просто открыть энергию святого Николая Чудотворца, моментально, вы подумать не успели, энергия и святой Николай Чудотворец уже рядом и помогает. Помогает и подсказывает. Это касается любой энергии. Поэтому я не считаю, что молитвы работают вообще хорошо. Заговоры работают лучше. Но опять же, смотрите и подбирайте в интернете, в книгах то, что вам больше откликается. Можно перечитать, прочувствовать, ну, скажем, 100 заговоров на одну тему, которая вам нужна. А откликнется, ну, 3. Поэтому всегда прислушивайтесь к себе. Горит позвоночник и крестец. Угу. В желудке вихрь закрутился, даже немного неприятно. Неприятно, но это чистка идет. И я предпочитаю, когда это происходит на физике. Понос или рвота. Почему? Потому что так быстрее выйдет. Если по энергетике чистить, это гораздо дольше. Пусть неприятно, но или это вылетит за один раз, без разницы с какой из сторон тела, или с этим можно проколбаситься месяц, полгода. Вот. Только озвучили, да, моментально. Я говорю, ни с какой молитвой это не сравнить, вот абсолютно никак. Горло першит сильно, прям хочется откашляться. Энергетический разрез и энергетический пылесос, где что-то вас беспокоит.
коленках нежные поглаживания, как волной идет, энергия щекочет. Давит лоб, давит, угу. Потому что световид работает по-любому. Доброго, приятного. Угу. Нет, мы сейчас немножко сдвинули на 20. На здоровье. Возможно, кому-то это не очень приятно слышать насчет молитв, но дела обстоят именно так. Все, что я рассказываю со своего опыта. Через что я сама проходила, прохожу, дальше буду проходить. Сварог. Мужская энергия. Не скажу, что жесткая. Правильная. Слезы зевота. Ой, как чудесно. Как чудесно. Работа идет. Для мужчин эта энергия очень хорошо подходит. Очень хорошо начинать работать этой энергией, ну, с мальчиками практически с рождения. Для женщин это уверенность в себе. Понятно, что вроде бы как бы не нужно этого делать, но тем не менее у нас сейчас жизнь такая, что никуда не денешься. Приходится думать, думать и действовать. Но опять же, даже добрый, даже работая, девчата, мужской энергией, вот именно славянскими энергиями, славянскими богами, мы не перешагнем черту, которую не нужно переходить. Оно в любом случае будет гармонично. Почему? Потому что в любом случае, в любое время женщинам приходилось и приходится брать бразды правления на себя. Почему? Потому что в любое время мужчина, добытчик, уходил охотиться или воевать. Перекоса не будет здесь. Из женщины мужика не получится. Энергия Николая Чудотворца получала, но не практиковала. Да, будет. Будет работать после перерыва, потому что все посвящения, которые вы получаете сейчас в этой жизни, они запечатлеваются на душе и переходят в следующее воплощение. Она от вас никуда не денется. Очень многие люди приходят уже с определенными посвящениями. Постепенно раскрывают их. Кому-то легче работать с энергиями определенными. Кому-то чуть-чуть тяжелее. Вот кому легче, значит, были посвящения похожие примерно или такие же. На самом деле у нас у всех очень много посвящений. Или жрецы, или ведьмы-колдуны, или маги. Почему? Потому что наша душа воплощалась не только на Земле, где очень мало магии, но и на других различных планах.
То же самое касается писателей, авторов, которые пишут фэнтези. Они точно так же снимают информацию, где-то соприкоснулись к какой-то жизни с этими мирами. На здоровье. Оберег, сварог. Угу. Защита. Оберег. Может не пустить, если вы вовремя ее откроете, или оберег будет рядом с вами находиться, может не пустить туда, где вам могут навредить. Подворотня, где будет неприятная встреча, мягко говоря. Или там, где вы вложите и потеряете деньги. Как интересно. Творчество, развитие, раскрытие. Оберег на семью. Почему-то ассоциация пришла с магнитиком на холодильник. Видимо, потому что я привыкла, что любой знак, энергия заряжает то, с чем она близко соприкасается. Ну, а холодильник, наверное, в первую очередь, потому что питание, пища напрямую. Интересно как. Так, сегодня вообще ничего не ощущаю. Мне наоборот очень приятно, энергия идет то вверх, то вниз. Ну, Танюша Паршина у нас редко, очень-очень-очень редко вообще что-то ощущает. Вот, так же, как я раньше. Приятно, да. Мне, вот правда, мне очень нравятся славянские боги, энергии, которые я вытаскиваю. Умиротворение, довольство, внутренняя радость от них идет. Довольство и достаток. А поскольку эти энергии, они конкретно земные, то да, идет энергия и автоматически идет заземление. И уделяйте время своим чакрам и очищению головы. Мы творцы своей жизни. Пульсация по щекам. У меня как ощущение предчувствия радости. Ага. Я говорю, вот такое интересное состояние тела и души. Но внутренне. Приятно просто. Сварог. Бог-кузнец. И мы. Каждый человек – кузнец своего счастья. Воздуха не хватает. Ну как? Сварог. Защита. Творчество,
самовыражение, изничтожение своих комплексов. Которые мешают двигаться вперед, развиваться. Ирина, оружие любое открой. Запахло сосновым лесом. Кайф. Энергетический запах. Огонь. Работает, сжигает некротические привязки, отворот-приворот. Идет защита, восстановление семьи. Запах, как перед дождем. А у меня вот, знаете, как осень. Листва опавшая после дождя, вот такая вот легкая, приятная прелость. Сердце заколотилось и свежесть. Угу. Как утро рано. И представьте, да, вот под этой энергией сварог. Вы кузнец своего счастья и куете свой личный ключ, который подходит абсолютно ко всем дверям, которые вам нужно открыть, дорогам. Сильно пошла работа с коленками. Крутить стало. Ноги это в любом случае это движение вперед. Открытие дорог. Как спиралью. Она по-разному идет. И цвета разные. Никогда не ориентируйтесь. Если в мануалах написано, что энергия такого-то цвета, она даже у одного человека может меняться не то, что каждый день, в зависимости от того, что происходит. В течение 15-20 минут она может поменять несколько раз цвет. И движения абсолютно разные. Потоком, спиралью, каплями, льдинками, огнем, пламенем, водой просто, водопадом. Неимоверное множество. Как она может выглядеть и работать. Ориентируйтесь всегда на себя. Ой, как хорошо.
Если у вас какие-то ситуации, суды, кредиты, займы, ипотеки, или вас кто-то огульно обвиняет в чем-то, открывайте эту энергию на помощь, на защиту, на справедливость. На разрешение ситуации данной. Это точно раньше мне было интересно знать цвет своей ауры. Когда она менялась так быстро, то перестал. Да, я тоже уже давно этим не заморачиваюсь. Как есть, так есть. Развитие, осознание себя. Ну, поскольку, да, каждый человек кузнец своего счастья, то да. И по позвоночнику. Хорошо идет. С головным мозгом очень хорошо работает. Идет восстановление энергетики. Как любые энергии, очень хорошо сочетаются между собой. Просто чудесно дополняют. Несочетаемых энергий практически нет, но я, во всяком случае, не сталкивалась с таким. Почему? Потому что я просто прислушиваюсь к себе, энергии стучатся или сами открываются, потом просто начинаешь соображать, какие же это энергии открылись. У меня коленки крутить стало, какие-то волны бегают по ногам. Замечательно. Пусть энергия дальше, выше, ниже идет. Вот я тоже не соображаю, какие открылись. Ну, я уже даже, в принципе, не задумываюсь, я просто работаю. И не факт даже, что я, особенно когда какие-то ситуации возникают. В экстренных случаях не вспомнишь даже название энергии, а просто обозначишь, что тебе нужно. Они сами придут и помогут. Вот когда у меня были нападения офигительные, да, я вот просто матрицу Творца полностью открывала, даже без перечисления каналов, потому что сил не было. Матрица Архангела Михаила полностью и матрица Творца оружия. Вот. Холодок бегает по телу. В энергии. Пусть. Пусть. Ну и поскольку это такая достаточно мужская энергия, идет расширение личного пространства. Уплотнение, расширение, движение, охрана границ. Это точно, да, когда срочно нужно, забываешь названия даже самых часто используемых. Мозг отключается. Не отключается он сам, его отключают, мешают. В такие моменты, да, можно без названия, просто в любом случае, ты же помнишь, как они работают? Я тоже что-то ничего не ощущаю. Ничего страшного. Работа идет. Поясницу стрельнула. Угу. Вниз и вверх. Вот так вот. Как самочувствие? В огненный круг. Тань, мало того, что огненный круг,
Нужно еще по телу огонь запускать, потому что идет нападение вот именно на физику, на человеческую составляющую. Мозг же не просто так отключается, память отшибает. Поэтому прожигаешь себя огнем полностью, пламя. Главное одну вспомнить. Это да, только вот время прошло, немножко очухался. И потом, да, по цепочке идут. Греет, как на солнышке, все тело. Свеча дрожать стала, голова подкруживается. На здоровье. Чувствую себя хорошо, замечательно. Оба яичника заныло. Угу. Я уже говорила, еще раз напомню. Сейчас, ну, пик прошел, но тем не менее работа идет, раскачка второй чакры. Вторая чакра, раскачивание второй чакры тянет за себя раскачивание четвертой. Это не есть хорошо. Как я уже говорила, четвертой не судьба на этой планете открыться, поэтому притормаживаем. Просто чистим вторую. Вот из-за того, что вторая начинает работать, раскачиваться, дискомфорт в сердце. Поэтому аккуратнее. Огонь Божий. Угу, тоже яичники. У меня тоже крестец, почки, мочеполовая система тянет вообще. Уже сколько? На здоровье. На здоровье. Первую энергию прочистили. Сейчас как по маслу идет. Почему не судьба четвертая открыться? Где-то прослушала. Потому что не на этой планете в сердечной чакре быть открытой. Не тот вариант, не то место проживания. На планете нет ни одного человека, у кого была бы открыта четвертая чакра. Место не то. На здоровье, на здоровье. Тело раскачивается под энергиями, оно часто раскачивается, да, на здоровье. Самочувствие хорошее, спина маленько дыбом стоит, да, есть такое. На здоровье, кайф, конечно, кайф. С энергиями работать, это, ну, вообще супер. На здоровье. Время не то, да. Сейчас наоборот, оно больше закрывается, схлапывается. Поэтому я бы не советовала работать на раскрытие четвертой чакры. Потеря времени – это в лучшем случае. В худшем – это недомогание по здоровью. Вот. Ну, весь интернет открывает четвертую чакру. Раньше было весь интернет, почищу карму на 100%. У вас кармы не будет. А если мозгом подумать, карму почистить, ее убрать, все, человек выполнил свое предназначение и ушел на перевоплощение. Умер. Сколько будут работать? Часа 2-3. На здоровье. На здоровье. Так, сейчас еще раз скину ссылки. Трансляция зависает. Я говорю, я до сих пор не знаю. Лене удалось закачать в группу вчерашнее видео, потому что у нас интернет ужасный.
Так еще вытягивает видео и то вырубает. Так. На здоровье огромное. Да, просто чистим. Когда недомогание идет, сердечный приступ, открываем четвертую чакру. Сердцем напрямую не работать. Россия, кажется, соответствует четвертой чакре по сетке или каким-то там каналам. Ну, честно, я не заморачиваюсь на эту тему. Вот. Для меня главное здесь, сейчас развитие, доход, комфортная жизнь. В меру комфортная. Вот. Раньше, да, я лезла везде во все. Сейчас я просто это перестала делать. Потому что очень много сил уходит на что-то. Это в плане, как поработать с планетой, с Землей. Для всех сделать хорошо, это нереально, это неправильно. Потому что у каждого своя судьба, у каждого своя карма. И я сейчас просто попу не рву на эту тему. Я разговариваю и работаю только с теми, кто меня слышит. Вот. На здоровье! Зуева, ну, она не училась, она получила посвящение несколько. Ну, каждый в меру своих сил, возможностей, желания, эгоизма работает. Это точно начал было. Я уже с этим завязала. Да, только с собой. Так, и вот еще раз опять акция месяца. На здоровье. Ну и тогда на сегодня все. И я вас люблю. Благодарю. Всех жду. Всем пока.